Друзья, всем привет. В общем, смотрите, я буду, короче, кушать сосиски. Вот такие сосиски. Вот так я по отдельности вам их покажу. Так, вот такие вот сосисечки. Такие сосиски. Я их подогрел в микроволновке. Вот. Сосисками я буду вот такой кетчуп. Сейчас полью на тарелочку и буду макать сосиски в тарелку, в кетчуп. И запивать буду все чаем. Вот такой свежезаваренный чай. Не в пакетиках, а именно заварной, свежезаваренный, вкусный чаек Гринфилд. Вот сейчас размешаем сахарок. Размешаем сахарок. Сейчас, друзья, будем с вами кушать. Вы, может быть, тоже, если что-то кушаете, там, чаёк пьёте или кофеёк, то приятного вам аппетита, друзья. Так, ну что, давайте, короче, сейчас кетчуп вот так на тарелочку. Самое то. Вот так сосиски кушаешь с кетчупчиком. Запиваешь чаем. И это очень вкусно. Сосиска с кетчупом. Очень вкусно. Смотрите, кетчупчик и сосиска. Thank you.
сосисочкой. Очень вкусно, друзья, офигенно. Сосиски вкусные, кетчуп тоже такой классный. Кетчуп, он такой остренький, кетчуп чили, но в меру остренький, именно такой классный. Так, сейчас, друзья, еще немножечко кетчупа на тарелочку сейчас вылью, немножечко совсем. Сосиска, сосиска, сосиска. Все, друзья, ну, все очень вкусно. Сосиски по пятибалльной шкале на пятерочку. Кетчуп тоже вкусный. Чаек вообще офигенный, свежезаваренный. Вот, все очень вкусно, нормально. Я так попил чайку с сосисками. Вот, ну, а вам огромное спасибо за просмотр. Желаю вам счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются. И пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч, увидимся. Всем пока, друзья.